В доме каждого православного христианина должна быть икона или маленький иконостас, где будут расположены икона Спасителя Иисуса Христа, крест, который изображает распятие Христа, и, конечно, икона Божьей Матери. Все вот эти иконы, они должны быть в аккуратном содержании, не просто где-то на какой-то вазе, какую-то там скорчатую иконочку в ладони поставить ее без внимания. Обычно, если есть такие возможности, под иконой ставятся какие-то кружева, либо какое-то вот пелено белое. При этом выделяется особенность вот этого места, особенности этого изображения. Не принято, чтобы рядом с иконами стояли фотографии, картины и прочие элементы декора. И одно обязательное условие – над иконами нельзя ничего располагать. Когда-то даже не позволялось строить здание выше храма в непосредственной близости к нему. Как место устанавливания иконы, это определяется приоритетно, это сторона восхода в доме, либо какие-то открытые стены. Важно, чтобы икону можно было видеть и при случае, либо при коротком времени произносить краткую сугубую молитву. В нашей национальной традиции это уголки каких-то важных комнат, либо в каждой комнате православного христианина в углу, который относится к восточной стороне дома. Важно, чтобы это место было очень чистым и приоритетным в вашем доме, потому что именно здесь вы будете обращаться к Господу.